Проект нового закона, который запретит трактовать тексты Библии, Корана и других религиозных книг, сегодня в первом чтении рассмотрела Государственная Дума. Документ был внесен президентом в середине октября. Как говорят авторы законопроекта, основная его задача – избежать политизирования религиозных вопросов и не позволить использовать религию в провокационных целях. Задача государства – защитить священные книги, дабы не порождать конфликты на межконфессиональной, межнациональной почве и не порождать межрелигиозную рознь. Вы видите, что творится на Ближнем Востоке. Идет война, и Россия принимает всевозможные меры для борьбы с международным терроризмом, экстремизмом. И вот попытка запретить отдельные цитаты из Корана – это удобрение почвы для тех, кто вербует новых адептов тех же организаций, как ИГИЛ, да и других религиозных экстремистских организаций. Поэтому наша задача – этого не допускать. Согласно проекту закона, содержание и цитаты из священных книг не смогут быть признаны судом экстремистскими.